Так, начну. Ну, закончили мы предыдущий доклад на языке, и я начну тоже с языка, но на этот раз языка Таро. Язык карт Таро, который пытались расшифровать пару-тройку столетий назад оккультисты и мистики, это прежде всего язык мифов, песен, суеверий, легенд, сказок. Этот мифопоэтический язык, он универсален, поскольку с помощью него мы передаем не просто слова, а глубинные представления о различных жизненных этапах, которые так или иначе проходит каждый человек на Земле. В то же время это язык индивидуален, и детали, присутствующие на картах, связывают с воображением наблюдателя, то есть, как сейчас принято говорить, чтеца карт, с определенным ассоциативным рядом, сформированным и в его уме. Такая особенность этого неоднозначного феномена, как Таро, подтолкнула ведьм, колдуний, магов использовать карты в своих магических обрядах и таинствах еще в XVI веке. Так, например, известно, что в 1586 году венецианская инквизиция осудила ведьму, которая занималась магически, проводила магические обряды, и в одном из таких обрядов была использована выложенная на столе карта дьявола для приворотного воздействия. Действительно, если мы посмотрим на эту карту из марсельского Таро, то вот сейчас на экране как раз она из колоды, по-моему, Конвера Бондова, то перед нами предстанут два скованных цепью чертенка, над которыми возвышается забавляющийся своей властью то ли дьявол, то ли демон. При этом, если приглядеться, то два этих чертенка похожи на мужской и женский пол. А вообще, такое использование карты дьявола в истории Таро не единственное. Нам известны случаи использования этой же карты для приворотных заговорах испанскими колдуньями. А карты Таро неповторимы, и несмотря на то, что присутствует четкое разделение на козыри и минорные масти, каждая карта в колоде содержит свой особенный рисунок, что отличает ее от каких-либо других карт в колоде. Каждая козырная карта, или, то есть каждый старший или младший аркан, каждый старший, прошу прощения, мажорный аркан, как их еще называют, ограничена спектром истории, которую она может поведать в связи со своим рисунком и подписью. Но такого не скажешь о младших арканах или минорных мастях или мастевых картах, поскольку в исторических колодах на мастевых картах присутствуют только символы мастей, за исключением колоды Соло Буско. Современные и особенности оккультные колоды на мастевых картах содержат сюжетные рисунки, как, например, пятерка мечей из колоды Райдера Уэйта, а также изображения птиц, животных, насекомых, какой-то либо другой живности. Это наполняет мастевые карты или младшие арканы дополнительной смысловой нагрузкой. Тем не менее, именно козырным картам отдают предпочтение в ряде магических обрядов и в ряде раскладов. И последнее место карты Таро занимали и в герметическом ордене Золотой Зари, в который был вхож австрийский писатель Густав Майлинг. Он известен рядом своих романов и рассказов, но нас в данном докладе интересует его роман «Голем», написанный в 1915 году. Этот роман «Полудрема» повествует о мистических переплетениях в жизни главного героя Атанасиуса Перната, или же о духовном посвящении и преобразовании инкогнито, который словно бы во сне проживает жизнь Перната, своего двойника. В романе часто всплывают двойные образы и смыслы, а также карты Таро. Главный герой связывается с картой фокусник, которая в тексте называется «Пагат».
Возможно, это отсылка к еврейскому слову «богот», то есть «обманщик», или к слову «пагод». То есть пагода – священное индийское или буддийское сооружение. Словом «пагода» также называли фарфоровых восточных башков. Образ голема и Будды, появляющегося то и дело в повествовании, намекает на высший аспект, высший духовный аспект подчиненности человеческой личности крови, инстинктам предков, а также на разрушение прежнего образа себя. А Майринг описывает карту «Фокусник», первый козырь Таро, как изображение мужчины во франкском кафтане с седой короткостриженной испаньолкой. Фигура, очертания тела которого формируют букву Алиф, еврейскую букву Алиф, которая символизирует свет, первое творение Господа. Но в данном случае я такую карту не нашла, которую описывает Майнинг. Возможно, это его, так сказать, придуманная им колода какая-то. Вот, в данном случае это карта из Марсельского Таро. В пестром костюме фокусника можно разглядеть разнообразие его проявлений. И этой карте часто присваивается значение изначального импульса, истока, начала чего-либо. Это особенно важно, поскольку для Майринга голем является проявлением воли первопредка, носителем некой бестелесной информации о роде. Это мы узнаем из 12 главы под названием «Страх». Сейчас я приведу цитату. «Мало-помалу звенья этой потусторонней цепи становятся все более уязвимыми, узнаваемыми, пока не сливаются в одно единственное последнее лицо, холодный и бесстрастный лик голема, венчающий генеалогическое древо нашего рода». А название карты «Фокусник» на французском языке будет «Le Batleur». Это можно также перевести как «жонглер» или «фокусник». А в романе Майринг называет фокусника «пагатом», то есть «паяцем». А отчасти карту «дурак» тоже можно сопоставить с образом «паяца», но только «паяца», лишенного рассудка, поскольку его не заботят внешние раздражители, такие как, например, зверь, рвущий его и без того изношенный наряд. Можно провести параллель между дураком, находящимся в беспамятстве, и несерьезным, забавляющим народ фокусником, который хитро манипулирует своими предметами ради достижения некой осознаваемой им цели. А граница между двумя этими состояниями персонажами крайне тонка. На это указывает Майнинг в следующих строках. Так. Приобретенное за десятилетия непрерывного и безнадежного покаянного паломничества по бескрайним пустыням, отчаянное, граничащее с безумием жажда духовного прозрения, ибо только тогда, когда падет с глаз странника обманчивая пелена внешней действительности и откроется ему, каким образом может быть достигнута высшая цель всякого рожденного в сей мир существа, чудесное и таинственное растворение в Боге Шиве, неистовом разрушителе земной иллюзорной жизни. А в романе Голема любопытно разыгрываются сцены, присутствующие на двух козырях Таро, башни или Божий дом и повешенные. А два этих козыря Таро в романе сливаются в единый эпизод. Сейчас я зачитаю этот отрывок. «Когда сгустились сумерки, я сидел у себя на чердаке, с наслаждением прислушиваясь к тихому потрескиванию еловых иголок. Когда на моем вечно зеленом рождественском древе то тут, то там начала тлеть какая-нибудь веточка, слишком низко склонившаяся к пламени уже оплывшей свечи. Внезапно, как будто меня толкнула чья-то невидимая длань,
Я обернулся, и вот на пороге стоял некто, сотворенный по образу и подобию моему, и учившийся внутри и отне, как бы светом невечерним. Мой преоблаченный белоснежный рис двойник, сияющее чело, коего был увенчано предвечной короной, лишь на один краткий миг пристал он взору моему, ибо уже следующая дверь вспыхнула, охваченная неистовым пламенем, и в комнату вместе с черной тучей едкого удушливого чада ворвался чей-то истошный крик. «На помощь! Горим! Пожар! Пожар!» Распахиваю окно. Зацепившись за гарниз, вылезаю на крышу. Смертельный страх гонит мое тело к домовой трубе, ибо палящие языки уже жалят его бесчисленными укусами. И, о чудо, в трубе примотана веревка трубочиста. Я распутываю ее и, обмотав вокруг запястья и ноги, как нас учили на уроках гимнастики, начинаю спокойно спускаться по фасаду. Передо мной возникает какое-то зарешоченное окно. Хочу схватиться за оконную решетку, выпускаю веревку, но руки мои вместо толстых стальных прутьев ловят пустоту. На мгновение повисаю вниз головой, меж небом и землей, моя согнутая в колени правая нога образует с левой, вокруг лодыжки, которой намотана веревка, перевернутую четверку. В этом отрывке встречаются и два Атанасиуса Перната, а также языки пламени, которые можно разглядеть на карте башня. А также описывается классический образ повешенного вниз головой, представленный на 12-м аркане Таро. Иное представление двух этих арканов дает Итало Кальвино, писатель 20 века. В его романе «Замок скрестившихся судеб», написанном в 1969 году, образ башни трактуется как осада города, а карта повешенной трактуется как наказание разбойника. За основу Кальвино для своего романа взял Таро Висконти Сфорца. Известно, что отец Франческо Сфорца, Муцио Аттендола, был наемником-кондотьером и состоял на службе у пап. А в те времена Великой Схизмы было несколько пап. Однако затем Аттендола перешел на сторону врага антипапы Иоанна 23-го, за что антипапа приказал подвергнуть его карикатурному поруганию, изобразив повешенным вниз головой, как на карте Висконти Сфорца, на аркане повешенной. Таким образом, вполне понятен такой выбор сюжета, такой выбор этой сцены Кальвино, поскольку использована именно колода Висконти Сфорца. Иное представление этих арканов также встречается в романе Кальвино, отчасти продолжающем предыдущий его роман, и написанном в 1973 году «Таверна скрестившихся судеб». В этом романе карта повешенная трактуется как безысходность. Приведу отрывок, из которого можно сделать такой вывод. Что их колеблет, ветер или волны? Линии внизу листка, возможно, означают, что вода уже накрыла дерево, так что побеги земной флоры колышутся в воде, как водоросли или щупальца. И вот какой выбор ждет того, кто отказался выбирать. Он в самом деле обретает море, погружается в него вниз головой и покачивается среди кораллов. Сочетание же повешенного и башни трактуется Кальвино как несчастный случай или бедствие. В следующем отрывке это можно проследить. Женщина летит с огромной высоты меж небоскребов. На первой карте падение ясно обозначено взмахами рук, откинутой юбкой и двойным, что передать вращение изображением фигуры, которая... Вторая карта объясняет причину аварии в электрической сети. Тело, прежде чем удариться о землю, запуталось ногами в проводах. Этот роман основан уже на картах Марсельского Таро.
которое автор считает более грубым, менее возвышенным, простым, но в то же время более употребительным в качестве оракула. Вот что он пишет по этому поводу. На столе есть эти карты, колода зауряднейших таро, так называемых марсельских, именуемых бергамскими и неаполитанскими, и лимонскими, зовите как хотите. Они, ежели не совершенно одинаковы, во всяком случае похожи друг на друга. Эти карты, кое место в деревенских харчевнях, фартуках, цыганок, набросанные грубоватыми штрихами, картинки с неожиданными и порой не вполне понятными деталями. Два этих романа написаны в духе рыцарских поэм. Карты Таро являются здесь рассказчиками истории, поскольку герои безмолвствуют. Объединяет героев единственное место, где можно отдохнуть после тяжелой, полной опасности дороги, это замок. Однако герои пытаются догадаться, что же говорят карты, разложенные на столе, о чем они ведают. Говорят, они пытаются объясниться мимикой, жестами, и тем самым образуется вот такая вот история, изложенная в этих романах. Кальвино в предпоследней главе своего романа «Таверна скостившихся судеб» описывает то, как он видит писательский труд, точнее свой собственный труд. Описывает это он на примере трех карт – рыцаря мечей, отшельника и фокусника. Я сбрасываю одну, другую карту на руках, у меня их теперь совсем немного. Рыцарь мечей, отшельник, маг – все это я, каким раз отразу представлял себя. Сидя за столом, водя ручкой по листу. Чернильными тропинками галопом удаляется воинственная юношеская увлеченность, экзистенциальная тревога, жажда приключений, растраченные на безжалостное чирканье и комканье бумаги. И на следующий таро я уже вижу себя в облачении старого монаха, много лет проведшего своей уединенной келье, библиотечного червя при свете фонаря, выискивающего знания, затерянные среди постраничных сносов и отсылок к указателям. Может быть, пора признать, таро номер один единственное честно отражает, кем удалось мне быть – фокусником и юзанистом. Если Марин зачастую неявно вводит читателя, так сказать, в мистерию определенных козырей Таро, и в Голени порой трудно отделить один козырь Таро от другого, то Кальвино делает ставку больше на сочетание определенных козырей Таро в раскладах. Другой автор в романе «Последняя любовь в Константинополе», написанном в 1994 году Нил Радпавич, уже наделяет карты Таро не просто ролью инструмента для гаданий, но в этом романе персонажи на картах обретают речь. Так, во втором ключе Папесса говорит следующее. «К чему не смотреть в чужой кусок времени только для того, чтобы увидеть, из чего это время сшито? Меня не интересует, что господа носят в своих часах, и который час у дам под корсетом». Карта «Повешенные» у Павича описывается отлично от других рассмотренных нами авторов. «Повешенные» у него трактуются как перерождение познания себя, глубины своей души. Роман разбит на 22 главы. Каждая глава носит название определенного козыря или старшего аркана, начиная с шута. Также роман служит чем-то вроде оракульной книги, поскольку читатель может произвольно выбирать последовательность глав, а от выбора глав зависит судьба героев. Таким образом, читатель играет роль Бога. Роман написан в стиле путешествия героев, который проходит череду испытаний, прежде чем он достигнет знания о себе, наполняя смыслами каждый этап своего существования. В заключительной главе
автор вставляет несколько популярных раскладов и предлагает читателям ими воспользоваться. Относительно колоды, на которой основывается Парич, можно заключить, что это некий вариант колоды Райдера-Уэйта. Об этом говорят несколько фрагментов. В одном из них пишется следующее. «Он прошел, как ему сказали, между двумя камнями, черными и белыми, и вошел в сад. Это ты, папесса?» – спросил он занимавшуюся чем-то старуху. «Я лунная дева», – ответила она. Символы, представленные в этом фрагменте, присутствуют на втором пузыре в колоде Райдера-Уэйта. Например, лунные камни – это два столба, черный и белый, Эхин и Баас. А также луна присутствует на втором козыре в колоде Райдера-Уэйта. Однако в романе Павича второй козырь носит название Папесса. А такое название встречается в марсельском и пьемонтском таро. А тем не менее в этих таро нету указанных в этом фрагменте символов, таких как луна и столбы. Структура романа Павича построена на принятой в английской школе делении старших арканов таро на три группы. Три группы, соответственно, это интеллектуальная сфера, это начиная с первого пузыря, заканчивая седьмым. А далее семь карт – это нравственная сфера, и заключительные семь карт, начиная с дьявола, это материальная сфера. Шут, карта Шут не входит в это исчисление и символизирует душу человека. Подводя итоги, можно сказать, что в связи с наполненностью таро аллегорическими образами из западной культурной памяти, а также благодаря влиянию различных эзотерических школ и систем, спектр значений козырей таро, а также и младших арканов тоже, к 20 веку расширился. Таким образом, рассматриваемые нами авторы смогли с помощью одних и тех же карт передать разные смыслы, но все как один наделили таро ролью проводника в таинство человеческой жизни. Спасибо большое за очень интересный доклад. Мне было бы интересно узнать, вот, какие арканы вот как-то чаще использовались, да, в литературе. Ну, понятно, вы привели, да, в принципе, выдержки. Вот есть ли какая-то такая статистика? Я просто объясню, почему я за это спрашиваю. Потому что я слежу за киносредой, в которой активно работаю. И вот как, скажем, Тарковский... В 20 веке, в принципе, известные другие режиссеры активно использовали библейские образы, да, в своих работах, то вот в 21 веке сейчас я смотрю, символизм таро, ну, просто кишат голливудские фильмы, и там, скажем, если японские аниме мы смотрим, там тоже применяется даже название серии в сериалах, то есть вот символизм таро, он удивительно сейчас активно используется последние десятилетия в кинематографе, да, и я наблюдаю, что самые активно используемые арканы, да, это вот именно дьявол, как, ну, аллегория такого искушения, да, или каких-то материальных приключений, башня и повешенные, да, вот как-то вот. А некоторые другие арканы, они, скажем, неактивно используются, то есть они менее драматичны. Есть ли какие-то наблюдения, какие вот были в литературе, да, вот в прошлом веке наиболее активно используемые, наиболее предпочитаемые козыри или арканы старшие? Спасибо. Ну, среди рассматриваемых мной авторов, Павич и Кальвина, они использовали, в принципе, все, по возможности, все козыри и некоторые младшие арканы. Маринг делал больше ставку на образ повешенного, образ башни, поскольку в его творчестве вообще эти образы ему были очень близки, особенно в романе «Голем», где повешенный, как бы, получается, с одной стороны, это как бы такая безвольность, да, безысходность, но с другой стороны, это некая глубина, некое познание какой-то своей таинственной сущности.
Но как бы напрямую чисто он упоминает только аркан повешенный и аркан фокусник. То есть остальные у него без названия, просто мы можем заключить это из сюжета. Маленькая реплика. Владимир Ильич Михалин, известный культуролог, у него есть работы, где он доказывает, что в ностальгии Тарковского активно используется аркана Таро уже. У Тарковского Нового Ходоровский, волшебные горе, да. 73-го года, все, конечно, знают. Посмотрели ли вы, Настя, какие-то, может быть, романы 21 века? И есть ли там какая-то динамика изменений в этих образах Таро? Нет, Сергей Владимирович, нет, я не читаю романы 21 века. Пелевина, например, там не встречается случайно? Нет, Пелевина, вот, наверное, встречаюсь. Я его, честно говоря, так подробно не читала. Ремарка встречается очень активно и каббалистической, и Таро, и перемешано. В нескольких книгах я находил такое. Yes. Спасибо.